Шаркестринское сельское поселение Урмарского района объединяет 4 населенных пункта. Здесь проживает более 1500 человек. Все они ратуют за развитие малой родины, активно участвуют во многих общественных инициативах. При этом в первых рядах всегда старосты и представители местного самоуправления. От слова к делу. Такого принципа придерживается глава Шаркестринского сельского поселения. Личный пример и поддержка селян позволяют добиваться нужного результата. В этом он абсолютно уверен. Благодаря основному активному участию граждан в сельском поселении построены офис врача общей практики, также пожарное депо, начато строительство сельского дома культуры и ведется строительная работа на автодороге по улицам Васильева и Чакинска в селе Шаркистры. Пожарный пост села Шаркистры – один из старейших в Чувашии. Его история насчитывает 88 лет. Самые интересные страницы отражены на стендах школьного боевого музея. О профессионализме местных пожарных ходят уже легенды. К месту вызова они чаще всего прибывают раньше основных сил района. 8 лет назад здесь всем миром построили новое пожарное депо. Все жители выходили, старались. Кто-то пирожки пек, значит, кто-то кашу варил, кто-то суп варил. Вот так и работали. Буквально за несколько дней здание подняли. Безвозмездно работают ребята. Вот это очень показывает такой факт человеческий, что это большое доверие главе сельского поселения. В честь пожарных в селе установлен памятник. Кстати, плитку у его подножия Олег Иванов изготовил своими руками. В ближайшей перспективе в Шаркистрах запланировано открытие Дома культуры на 150 мест стоимостью 27 миллионов рублей. Вот этот объект строится по программе «Устойчивое развитие территории сельских населенных пунктов». Вот. По федеральной программе проходит 65% федерального бюджета финансируется, 30% из республики и 5%, соответственно, должны выдержать софинансирование сельского поселения. Жители сельского поселения активно поддержали указ главы Чувашии об инициативном бюджетировании. Уже начат сбор средств на софинансирование работ по обеспечению водоснабжением села Шаркистры. Словом, планы у главы сельского поселения грандиозные. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.